Дело в том, что я не помню от этого правительства последовательных шагов и выполнения тех обещаний, которые были. Все те обещания, которые брало на себя правительство, и 100 шагов за 100 дней, они абсолютно не были реализованы и не оправдали тех надежд, которые возлагали, в том числе и представители Западной Украины, и тем более Юго-Востока.